Но проблем хватает и в крупных городах. Одна из них – безопасность мест отдыха. Сегодня сотрудники регионального следственного управления задержали сотрудницу администрации Иркутска, подозреваемую по делу о причинении травм малолетней девочки. Накануне в одном из парков областного центра на 4-летнего ребенка упала незакрепленная металлическая конструкция. После инцидента у девочки диагностировали черепно-мозговую травму. Она потеряла много крови. После госпитализации лучшие детские хирурги Ивано-Матренинской больницы провели операцию, которая заняла свыше 6 часов. После этого ребенок находился в коме. И вот сегодня стало известно, что малышка пришла в сознание, и скоро ее переведут в палату интенсивной терапии. Она по-прежнему будет находиться под наблюдением врачей и мамы. Также известно, что под контроль это расследование уже взял лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.